профессор Бакинского государственного университета Иззат Рустамов, которому сейчас 90 лет, поделился секретом здоровья. «Я никому не завидую, хочу всем делать добро. Если кого-то обидел своим импульсивным характером, то потом обязательно ищу возможность помириться с ним. Всю жизнь делал физзарядку, занимался физическим трудом, вольной борьбой, тяжелой атлетикой, его хорошо знаю. Не люблю лекарства, принимаю их, когда врач убеждает меня в необходимость этого. Люблю зеленый чай, чабрец, использую шафран. А гвоздика мой лекарь, поднимает мой пульс, он иногда опускается до 29 ударов.